вчера тоже свою одноклассницу встретила, еле-еле узнала. Ты что, узнала? Как ты узнала-то? Так она до сих пор в школьной форме ходит. Ну и сезон нынче выдался, девочки. Детей ни разу в бассейн так и не сводили. Неправда. Я со своей 5 раз ходила. Завтра пойдем, обещали воду налить. Девочки, о чем спорите? Да вот думаем, какой мне купальник купить, закрытый или открытый? Конечно, закрытый, только с дырочками для глаз. Девочки, у нас опять проблема в столовой. Дети не едят рыбные котлеты, что делать-то? А где у нас Гамолин? А у Гамолина сегодня выходной? Тогда точно проблема. А в Горном, говорят, тоже толпой кормят по 4, да чего там, по 5 порций роллтона, пачек лапши в день. Даша, да? Ты выходной провела? Я проводила выходной на пляже. Помню, значит, солнышко в спину греет, водичка по ногам хлещет, пацанов видимо-невидимо, и я одна такая среди них. И кричу, хожу, пирожки, беляши, покупаем! А у меня новый маникюр. Вау! Глядите, какой. Называется квадрат Малевича. Это лак такой? Нет, это молоточком так по пальчику тюк, на месяц хватает. А мне мой отряд на закрытие смены кольцо подарил. Вау! Золотое! Нет, баскетбольно. Пусть, говорит, прыгает от радости. Нам ему надо срочно позвонить домой. Алло, алло, Димочка. Димочка, что ты опять натворил? Ты зачем воспитательницу бросал со запеканкой? А нянечке зачем купола на спине нарисовал? А с чего ты вдруг решил, что если всю группу собрать в обруч, то они быстрее по лестнице спустятся? Подожди, я тебя зачем отправила? Я просила только сына с яслей забрать. Не могу больше, девочки. Девочки, а я сегодня своему ребенку из отряда говорю, Максим, хватит грызть ногти. А он тебе что ответил? А он мне говорит, что они сами начали. А что у тебя с рукой-то? Так, романтик. Как это? Да дятла с ладошки покормила. О. Так, девочки, опаньки.